140 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы России отмечают сегодня свердловские работники ведомства. В честь юбилея ГУФСИН в Театре эстрады прошло награждение. За вклад в развитие системы лучшим сотрудникам присвоили звание, вручили медали и почетные грамоты. Историю федеральная служба ведет с 1879 года, когда в Российской империи появилась тюремная инспекция, не имеющая аналогов в мире. Основная задача работников ГУФСИН – обеспечение безопасности граждан от преступных посягательств и помощь людям в исправлении, нарушившим закон. Ветераны ведомства даже после выхода в запас продолжают делиться опытом с молодыми работниками, проводят встречи со школьниками и студентами. Создаются приемлемые коммунально-бытовые условия для осужденных. По некоторым коммунально-бытовым условиям мы догоняем европейские стандарты. Реконструируются, ремонтируются больницы, завозится новое оборудование, что в конечном итоге сказывается на оказании медицинской помощи осужденным. Развивается производственный сектор.